утром, 5 часов утра. Смотрите. Лирик, вот он, выскочил. Привет, Лирик, доброе утро. А Мирка вон сидит где? Ой, смотрите, как деловая. А знаете почему? Там солнышко выглянуло на лавочке. Она туда забралась и сидит там, греется. Подойду к ней. Хитренькая Мирка нашла, где сидеть. Здорово, корова. Доброе утро. Что ты, Мирончик? Утречко встречаешь, солнышко здесь, да? Сиди. Сиди. А где же Марсюха? А Марсюха в будке дрыхнет. А ты наслаждаешься пением птиц, да? А я смотрю в окошко, она бегала вот здесь, возле забора. Думаю, наверное, сейчас будут ребят встречать. Посмотрел на часы. Не, время всего 6 часов утра. Рано. Они к 8 приходят. Нет, бывает их 5 утра, когда надо сжигать там траву пораньше. Ну, а сегодня мы не намечали сжечь траву. А она на лавочку. Думаю, почему же она надумала на лавочку? А потому что, видите, смотрите, вон солнышко, вот она отсюда. Вот она солнышко. И вот она прямо на лавочку. А вот моя тень, видите? А утром тихо. Знаете почему? Триммеры не поют. Спят триммеры. Собаки даже не лают. Одни птицы. Тишина такая. Пойдем. Пойдем, Марсика. Распутим. Сейчас. Сейчас мы пройдем. Покажу утренние розы. И вообще утро. Знаете, картина утра в сосновом бору. А тут мне предложили назвать этот сад, знаете как? Александровский сад. Утро в Александровском саду. Такая картина. Бабочка летает. Пошли. Пошли, Масюнчика. Масюнчик любит поспать. Смотрите, какие желтые розы. Вот такой вид. Вид, вот калитка, в которую мы не ходим. Не ходим иногда, когда света нет, то мы ходим. Прям вход в дом. Когда свет есть, ну, пультик удобно, нажал, открыл. Это надо ключи искать, закрывать, открывать. Потом ветром может хлопнуть. Ну что? Вот я обошел. Слышите? Птички поют везде. Утро. Пойдем, Марсика. Где же он? У него тут, ну, может, где хочешь быть. У них там большая будка есть, но они в ней почему-то не спят. Летом они в гараже живут. Марсюнчик, доброе утро. Марсюха, ну, у тебя уже лучше ножка. Меньше хромаешь. Вчера возили тебе. Доброе утро. К врачу возили, укольчик ему колол ножку. Ну, что ты, Марсюха? Ну, потяни, потяни. Ой, умничка. Нет, мы в сад сейчас не пойдем, рано еще. Просто я обхожу, смотрю, что мы... А ты что, сразу в будку? Лирик. Один хвост показал только.
Жорика нету, что бояться-то? Вылазь. Давай, вылазь. Сидит там. Сидит в своей будке. Это его будка, это его крепость. Там он себя чувствует в безопасности. Мирка, ну ты же крутишься, она не дает мне даже лирочек. Доброе утро, Лирик. Смешной такой, хвостом виляет. Я вам Мирку держу руками. Она, видите, лезет в камеру, выбивает. Ох, ягоза. Ох, на меня прыгает. И что мы прыгаем? Что это? Укусить за палец? Спасибо. Я на это не рассчитывал. Пошли, обойдем вокруг дома. Посмотрим, что здесь у нас. Марсюха. Лерочек, пошли. Я могу вам и сад открыть. Пошли, Лерик. А он открыт, кстати. Кто-то уже пришел. Или я забыл вчера закрыть. Скорее всего, я ходил. Ну, мы туда не пойдем. Обойдем просто вокруг дома. Посмотрим, как он спит. Дом еще спит. Травка зеленеет. Солнышко блестит. Птички летают. Видите, все еще закрыто. Доброе утро, страна. Где ты там, Марсик? Слышу, что ты хрюкаешь где-то сзади. Ну что, Марсюха, ну покажи. Ну еще побежал уже. Уже побежал, а вчера прям хромал. Марсюнчик, я вас просто выпустил в сад. Вы сами идите. Иди, Лерочек. Иди, иди, такой же. И чё ж ты? А, ты чтоб я тебя погладил. Лерочек. Да я тебя всегда глажу, когда Марсик не видит. Довольный ты, Лирка. Маленькая овчарочка. Иди. Иди, Лерок. Все. Опа, побежал. Ну что, все, выпустил я их в сад. А сам пойду собираться на работу. Всех с добрым утром. Открываю ворота. Александровский сад открыт.